Посмотреть очередную 45-ю серию турецкого сериала «Кровавые цветы» вы сможете 10 февраля. Как мы помним из предыдущей серии, Азаде совсем не узнает барана. Она смотрит на него и каждый раз ждет того момента, как он исправится. Только все ее ожидания оказываются напрасными, и он пробивает очередное дно. Она смирилась с тем, что варан привел Дилан в их дом. Только она не понимает, как после всего он может ее оберегать и защищать. Она каждый день ждет того, как баран заставит Дилан понести наказание. Только каждый раз он все еще больше начинает расстилаться перед ней. Азаде предупредила его, что эта девушка принесет лишь одни проблемы в их семью, ведь на ней с ног до головы кровь его матери.